я вам покажу. Ой, а вот эта система включает здесь джакузи, кондишн систем. Так, это кухонка. Больше такая для цветочков. Когда проходит паки, то здесь чистенько. Ну, посуда, вода идет. Так. Такие красивые пальмы. Бассейн. Таким классным дном. Это вот очистительная система. Пылесосик такой. Не нужно приглашать специальных людей, чтобы чистить. Сейчас он выключен. Когда включен, он очень смешно работает. Джакузи. Место, конечно, очень красивое. Джакузи. Видны дома соседей слегонца. Кто там трещит? У нас здесь свадьба проходила. Комната для обеда, для гостей. Это одна. Guest room. This is bedroom. Ой, какие цветочки. Здесь кондиционеры. Так, вниз пойти. Быстренько вниз. Это гаражи. Это баки для мусора. Это вот задний ход. Въезд. Гейт. Это какой-то домик. Видимо, для всяких садовых причиндалов. Достаточно большая территория. И родители были разные дома. И одноэтажные, и двухэтажные. Вот они склонились к тому, чтобы у нас автос купить одноэтажный дом. Очень большой, красивый. Так. Через эту калиточку можно войти. Backyard. Сегодня приезжали, вроде бы убирали с утра. Опять листики нападали. Наверное, не здесь убирали. Так, тоже вид такой. На чью-то крышу. На город. Цветочки. Тутики, цветочки. Ой, лизер, лизер, ящерица, лизер. Уже. Лизер. Ну, какая красивая ящерица, зелененькие. А здесь как мыши, сразу не поймешь. Ты сразу не поймешь. Ты. Ой, я иду босиком. Асфальт теплый. Это парадные, так сказать, ворота.
врата. Как в основном принято у американцев здесь вот у кого приусадебные, ой, при доме газоны, но в основном всех. Редко кто сам поливает, в основном встроены системы полива, и они работают по времени, включаются сами, поливают. Вот такие тут таймеры. Садовники тоже ухаживают. Вот. Поливочная система. Это такая штучка, шланг вкручивать поливочный. В данном случае просто декор. Тоже эта система. Точки, тротуарчики. Фонтан тоже работает по времени. Очень красиво с подсветкой. Изображены стороны света. Здесь у нас столы стояли свадебные под такие палаточки, как они называются, такой, как зонтик, только как они называют, тенты такие. Здесь стояли столы с едой. Люди, обслуживающий персонал, стояли рядом. Мы подходили и набирали. Мы гости. Вот кто-то шуршит. Вот какие-то красивые кусты цветут. Вот какие. Вот, барбекюшница. Ой, такие интересные. Что это за кусты такие? Мои тапочки. А, кстати, вот эти тоже, видите, цветочки, их не надо поливать. Тоже включается таймер. И они поливаются сами. Вот беленькая штучка такая. Вот. Все продумано. Вот. Вот в таком месте живут родители моего мужа. Хотела бы я так старость встречать в таком месте. Главное мечтать. Мечты сбываются. Кто бы мог подумать, что я вот так вот буду просто тут в Америке жить. Маманька едет, наверное. А нет. Здесь клевенько. Здесь тоже цветы висели. Летом это вот вход-выход. Комната. Как она называется-то? Господи. Family room. Ой, мой гад. Вот это. Вау. Как редиска. Oh, so nice, so beautiful. Сделать фотографии, послать мамушке. Ну все, всем пока-пока. А, да, вот еще хотела показать. У них здесь на улице розетки даже есть. Может быть, в наших домах, кто живет в своих домах, тоже сейчас на улицах розетки. Что-то здесь не вижу. Но вообще розетки. Чтобы, если что, так подключить электричество. Ну ладно. Завтра сниму еще что-нибудь. Пока. Всем пока. Всем всего хорошего. Надеюсь, что вам понравился мой обзор дома. Это может быть даже с крутой камерой какой-то. Security.
Ну все, пока.